пришла я из магазина, ходила я в Магнит Косметик купить кое-что в молочном киоске и в Валберес я ходила, мерила куртки, вы уже посмотрели, и сейчас покажу, как она выглядит в домашней обстановке. Ну вот такая вот куртка, цвет индиго, вот немножко искажает тут, конечно, свет. Ну, не знаю, может быть, там в Валберес я мерила, когда лучше был цвет виден. Ну, вот так. Ну, индиго, представляете, да, какой цвет. Подошел мне 52 размер. И еще я мерила там, показывала я куртку такую зелененькую. Она внизу шнурочком так затягивается. Ну, когда руки поднимаешь, как-то она тоже вздергивается. И там мне был как раз 50 размер. Даже еще можно было и 48-й. Вот она такая оверсайз, что ли, такая свободная. И красную я, в общем, я заказала три куртки. Красную, зеленую и вот такой вот индиго. Эту вот как-то я даже не думала, что возьму, а оказалось, что она более мне подошла. А те, ну, такие они, ну, вот мне не понравилось, что внизу, конечно, сначала я ее надела, как колокольчик, потом посмотрела, там можно затянуть. Затянула этот вот, ну, и как-то она вот этим пузырем смотрится, ну, как спортивного типа, и что-то мне не очень понравилось. Если бы она была просто по бедрам, но куртка по качеству мне понравилась. Ну, хотя и вот эта вот она 3 с чем-то стоит, а та 5. Та 5 с чем-то, да. Ну, по цене та дороже гораздо. Ну, это тоже она такая вот. Я купила, чтобы была такая немного утепленная, не сильно. И с капюшоном на сырую погоду. Не сразу нужно вот пальто надевать такое баллоневое. Все-таки куртка должна быть. И именно мне нужна с капюшоном. Потому что, ну, без капюшона как-то бывает, что холодно. Бывает, что там зонт забудешь. И вот так. Капюшон здесь не отстегивается. Вот здесь вот так вот он. Ну, хорошо сидит на голове. Мне понравилось. Это Москва. Производитель. А те куртки Иваново, кстати. Ну, они такие прям, ну, качественные материалы. Вообще мне понравилась сама идея. Вообще там и капюшон хороший. Но она немножко потоньше. Она так ближе к ветровке даже. Ну, так вот мне, конечно, понравилась она. Ну, думаю, уже и на улице-то не совсем так. Вот. А вообще куртку я хотела на бедра где-то и на такую прохладную дождливую погоду, но в результате, ну, все-таки осень, уже холодно. Решила я вот эту взять, это так пятую точку прикрывает, вот, и как-то она мне больше понравилась. Здесь вот Селендай какое-то слово написано, ну, это как фирма какая-то, Москва. Короче говоря. Ну, а в Магнит Косметик... Так, а еще же я шапку купила. Шапку я взяла, белую шапку, потому что белая подходит ко всему. Вот. Еще у меня там в листе ожидания я шапку. В общем, приглядела шапку в Валберес. И как раз уезжали в Турцию. И когда я заказывать-то ее некогда было. А потом их разобрали. В общем, я пришла, приехали, когда зашла туда, в свой кабинет. Посмотрела. Их все уже нет в наличии. И в лист ожидания положила. Не знаю, будут или нет эти шапки. Вот. Ну, и такую вот белую. Вот белые были в наличии. Решила я взять такую шапочку. Здесь 30% ангора и 7 ней... так, и 70 нейлон, да. Внутри вот такая вот приятная баечка. Здесь такая блестяшка. Сверкашка. Ну, а в Магнит Косметик, купила туалетную бумагу, забыла, ходила в фикс прайс и забыла купить. Салфетки ходила смотреть в фикс прайсе, что тут салфеток нет таких вот в рулоне, и там уже в Магнит Косметик купила салфетки, но уже я их убрала, показывать не буду. И вот хотела лак купить, у меня лак закончился,
И хотела прелесть купить, а смотрю, там вот новелла, скидка 227 рублей. И взяла аж я два вот этих вот баллончика. Вообще я пользуюсь прелесть профессионал, тройка или четверка, мне нравится лак. Вот, но такого, как мне надо, не было вот зелененького в этой. И решила я вот Вэллу взять и еще два баллона. Пятерку взяла здесь для каких волос? По-моему, больше объема для тонких волос. Вот. И взяла вот такой вот гладкость. По-моему, да, что-то гладкость вот без очков уже не вижу. Приближу. Да. Контроль над непослушными волосами и защита поврежденных волос. Ну, в общем, и взяла и четверку, и пятерку. Потому что мне как-то пятерка очень сильно. Если вот челку набрызгаешь, например, посмотрю, как он работает. Но сильно, когда вот набрызгаешь, она не понять, как склеится, и потом расчесываешь, просто волосы выдираешь. Вот, поэтому я не люблю сильную такую фиксацию. Ну, для того, чтобы немного так вот, чтобы волосы были более послушными, не сильно обвисали при влаге, и чтобы потом можно было их расчесать. Вот я с таким условием беру всегда вот этот вот лак. И где-то у меня тройка, четверка всегда вот так. Ну, вот такие у меня были покупки. Утепляемся. Вроде бы и вещей полно, и пальто, и все. Но вот куртки нет. Как-то плохо, когда нет куртки. Хотя есть у меня белая куртка там. Она, ну, она уже, я в ней так на озеро хожу. Вот. Ну, а это хоть на работу, хоть куда, в такую дождливую прохладную погоду, прям вот необходимая вещь.